Всем привет! Я вышла на прогулку. У нас тепло, плюс 30 на солнце и, наверное, где-то 18 без солнца. Достаточно холодно вечером. Я дома замерзла, поэтому я надела вот такую вот курточку. Сейчас прохожу мимо полицейского участка. Я решила пойти дворами, чтобы было не так шумно, чтобы вы могли меня слышать. Мне нужно купить всякую лабуду. Как обычно, мне постоянно что-то нужно. По-моему, мне нужны ватные диски. Да, ватные диски мне нужны. Главное, не забыть их купить на обратном пути. Хочу сейчас просто пройтись, чисто походить, поглазеть, что у нас там интересного. Вообще, знаете, я поняла такую вещь, что я люблю гулять одна. Вот периодически мне нравится очень гулять одной. Иногда даже без своего любимого. Нет, с мужем я очень люблю ходить, например, по магазинам. Он очень терпеливый у меня в этом плане. И гулять с ним тоже люблю. Пожалуй, это мой самый лучший спутник. Но так и должно быть, наверное. Хотя некоторые мужчины иногда бывают очень нетерпеливы. Фу, как мне жарко стало. Сначала было холодно, сейчас стало жарко. Вот такая вот обманчивая турецкая осень приводит к сильным простудам. Потому что то жарко, то холодно. Сейчас я, наверное, выйду. А вот это вот мои любимые цветочки, смотрите, они закрылись. Хотя вроде бы еще не вечер, время еще 4 нет. Очень странно. Может быть, они отцвели? Не знаю. Здесь такие старые домишки, ну как старые. Не новостройки. Но это, у нас считается, центр города. Здесь не очень чисто в переулках, как это часто бывает в Турции. Каждый день убирают и каждый день мусорят. С такой же активностью, как и убрали. Что вам еще рассказать? Да, хотела сказать, что у меня сломался мой смарт-браслет, который я покупала на AliExpress. И это очень большая для меня беда, потому что я на него возлагала надежды. И, наверное, куплю какой-нибудь хороший. Куплю какой-нибудь хороший все-таки в официальном магазине, чтобы хотя бы была гарантия. Он просто у меня не заряжается. То есть я вставляю его в компьютер, чтобы заряжать через USB. Он просто вообще умер, сдох напрочь. Давайте я вам, наверное, покажу, что у нас на улице города творится. Ой, господи. Здесь вас 101 какая-то распродажа на улице. Что это значит? Какую-то фигню продают. Пойду дальше. Ничего интересного. Это чикёфте. Мужики сразу насторожились, когда я начала их снимать. Вообще не любят владельцы частных магазинов, когда их снимаешь. Здесь все очень-очень дешево. Здесь можно одеться, господи, за 20 лир, мне кажется. Вот, пожалуйста, кроссы 24. Кто там удивлялся, что в Турции такая дешевая жизнь? Конечно, можно найти и дорогие вещи, но вот тут можно что-нибудь нарыть, каких-нибудь тренировочных штанов для дома. В ближайшее время здесь, наверное, уже ничего интересного не будет. Вот наш, кстати, маленький перекресточек. Вот я почему называю его перекресток? Это Карфур на самом деле. Я каждый раз иду по этой улице и каждый раз вижу новые магазины. Очень жалко. Вот каждый раз я говорю одно и то же, идя по этой улице вам. У меня уже был влог отсюда. Люди открывают бизнес и благополучно его закрывают через полгода. Даже не отбив свои деньги. А вот English Home. Может быть, зайду на обратном пути, но я себя сдерживаю, потому что хватит, Маша. Хватит скупать всякое библо. Библо — это всякие вот полисборники и сувениры. Но там неплохое постельное белье. Посмотрите, как они украсили. Все в стиле роза. Пижамы здесь прикольные, возле дороги висят. Всего за 25 теле. Ну такие тоненькие они, конечно, не зимние. Но из хлопка. Не знаю, что с ними будет после первой стирки.
А это что такое? Меховое. Вот смотрите цены у куафера. Укладка 5 лир, брови 5, стрижка 7, хотя я делаю за 20, покраска 17, покраска корней 12, воск всего тела 12, балаяж 50, маникюр 8, педикюр 12. Такая себе парикмахерская в подворотне, обычная народная парикмахерская. Маникюр делают, как правило, гигиенический. Вот этот вот аппарат орехи жарит, по-моему. По-моему, да. И вот так вот сушится обычно полотенце. Из парикмахерских. У меня такое ощущение, что у них не стирают, просто сушат. И потом дают другому клиенту. Я как любитель микробов сразу начинаю представлять картины маслом. Сколько там их микробов этих. Вот мадам Коко, тоже известный магазин. Не знаю, стоит зайти, не стоит вам показать. Зайду. Наверное. Но мне English Home все-таки больше нравится. Вот я как-то хотела взять гель алоэ, по-моему, здесь. Хороший. Но мне сейчас не нужен, лето прошло. Что? 40 лир, он стоил 20. Он стоил 20. Еще начали это. Мараба. Yalını bir bedava kampanya efendim. Ürünler. Çivi de mi yiyeceğim? Искусственные. Мне нравится здесь посуда, бывают неплохие акции. Здесь, по-моему, хронические акции, скидки. Пластмассовая тарелка. Я здесь покупала стаканчики себе всякие. Неплохие, стеклянные. Какое милашество. Как же мне жарко, вы бы знали. Блюдо для рыбы. Вот целый набор. Полностью. Все деревянное, силиконовое. То есть здоровый. Здоровый материал. 99-99. Я решила оттуда выйти. Мне, во-первых, ничего не приглянулось совершенно. Как-то тухло. И очень жарко в магазине. Просто душно, неимоверно. Они перестали включать кондиционер. Кстати, вот так вот еще часто бывает. Проходит распродажа. Прямо оставляется на улице. Вот смотрите, какое красивое платье для ночи хны. Красивая бархатная, действительно. Вот еще раз продажа зимней обуви. Знаете, кстати, у меня сперли коврик преддверный. То есть я вышла в один прекрасный момент, коврика не было. И я его обнаружила у соседки снизу на втором этаже, когда лифт сломался. Я шла пешком и видела этот коврик. Но он стоил, то, боже мой, 3 лиры. Но все равно как-то неприятно. Я, конечно, не стала устраивать разборки, ведь никому ничего не докажешь. Может, она заявит, что она купила такое же. 20 лир портки. А вот здесь вот, кстати, постоянно такой развал. Народ роется. Не лень сейчас рыться. Жарко мне рыться. Кстати, вот там вон очень прикольная кондитерская. Семичи Оллары. И вот видите, там такой виднеется бублик вдалеке, семит и чай. Сейчас он смотрится непримечательно, но ночью очень красиво светится.
Так, мне надо перейти дорогу. Кстати, Денисбанк все-таки уже не принадлежит Сберу, так что будьте внимательны. Комиссия будет при снятии наличных. Хотя, честно говоря, я наличными очень редко пользуюсь, только на рынке. В основном пользуюсь картой уже давно. Это, наверное, больше к туристам относится. Если вы хотите снимать наличные, вот в мелких магазинах карты вряд ли берут. Ну и кое-где берут. Чувак мусор собирает. Так, пойду я, наверное, обратно. Я устала. Здесь так шумно и жарко, и пыльно. Все, разворачиваюсь. Многие любят смотреть на прохожих на улице города. Я сегодня вам такую возможность предоставляю. Несмотря на то, что все на меня смотрят как на инопланетянку, я стараюсь упорно на это не обращать внимания. Это же не мои проблемы, а их проблемы. Я-то знаю, что я не сумасшедшая. Правильно, что я иду и разговариваю с телефона. Может быть, я по скайпу разговариваю. Маркоп — это, кстати, филиал МАДО. У нас, по крайней мере. Не знаю, как в других городах. Так, у нас красные, а все идут. Ну, мы пойдем. Что хуже остальных? Вот он, красавец, Смит. Кстати, сейчас начнется время, уже началось. Цитрусовых, сок из цитрусовых. У меня есть соковыжималка, но я предпочитаю купить где-нибудь и выпить, и не морочиться. Сок, он стоит копейки. Зато пользы очень много. В Москве такой сок стоит там 200 рублей, 300 рублей. Маленький стаканчик. В Турции это вообще копейки. Вот это вот тетечки открыли бизнес. Видите, сами готовят, сами продают. Молодцы. Люблю предприимчивых женщин. Кстати, среди домашних турчанок... Давайте я сейчас, наверное, на себя переключу все-таки. Кстати, среди домашних турчанок очень много предприимчивых женщин. То есть это неправда, что они сидят дома и вот ничего не делают. Мало того, что они бесконечно убираются, и это факт, так они еще и умудряются дома выдумать себе какую-то работу, начать продавать лепешки, крутить сарму за деньги, делать салчу за деньги. И у них это очень успешно получается. Поэтому, если вы думаете, что все турчанки ленивые, только сидят на шее у мужа, вы ошибаетесь. Нет, есть, конечно, и те, которые постоянно сидят и плачут, что денег нет, но при этом сидят дома. А есть и очень предприимчивые хозяйки. Ну, разумеется, часть какая-то работает. Может быть, чуть больше половины женского населения. Кстати, я сейчас нахожусь в поиске бюстгальтера без косточек. Я видела в Юникло классный, но почему-то его не купила. Ходила-ходила вокруг него и не купила. Очень крутой, очень мягкий и супер поддерживающий. Но сейчас пытаюсь найти в Турции и нашла таки. Не стала вам там снимать в магазине. Все бы ничего. Стоил он 20-ку, 20 лир, но это смешно. Размеры тоже есть. Конечно, надо мерить. Не знаю, сядет, не сядет. Но он с огромным количеством поролона. В таком ходить просто это сумасшествие. Паришься, и к чему нам увеличивать грудь? Может быть, кто-то любит, но я не очень люблю такое. Хочу в Карфур зайти, посмотреть, что у нас там интересненького. Не могу сказать, что у меня есть какая-то цель, но мало ли. А вот Турсил по скидке 21, 21, Прил, Бинго. А что это у нас? Огромный магазин, все есть.
Но цены выше, потому что есть алкоголь. Потому что алкоголь нужна лицензия. Яраба. Саман варма? Там. Лосося нет у них. Вот она, овсянка обычная. Кто ищет, пожалуйста, вам рекомендация от меня. 6,25. Иду в моющее средство. Посмотреть, что там есть пахучего. Вот эта вот штука ароматизирует белье во время глажки. Я не пробовала никогда. Я предпочитаю купить пахнущее моющее средство. Вот эту муж покупал, чтобы машину ароматизировать. Вообще нифига не помогает. Когда брызгаешь на сиденье, пахнет только первое время, потом все это уходит. Так, Юмаш. Вернель. Ну, цена невысокая, 13 лир, но и концентрация, видите, как водичка. Бинго. Может быть, бинго попробовать? Есть еще органик средства. 17-16 талия, видите? Green Clean. Ополаскиватель. Что же мне не фокусируется? Ничего. Вот, пожалуйста, алкоголь. Кто переживал, что его нет? Угу. Вот они, порошки. Персил, алло. А где наш Ариэль, любимый? Ариэль Бэйби. Смотрите, цена другая, 39. Я брала за 30. И упаковка немного другая. Сейчас мы его заценим по запаху. Кстати, вот это средство идет как убиватель, поглотитель микробов без хлора. Вот именно это. По крайней мере, была реклама. Видите, они стоят рядом с Доместосом, с нашим любимым. Вышла я из Карфура и купила все, кроме того, что должна была купить. Не купила я себе ватных дисков, зато накупила кучу всякой ерунды. Кошачьей еды, купила жидкий порошок, маленький на этот раз, чтобы попробовать, понравится он или нет. Купила, знаете какой? Купила Persil Gold. Он вроде бы пахнущий, но купила маленький на этот раз. И потратила, знаете сколько? 45 турецких лир. Я не купила ничего. За эти деньги можно было бы купить много чего хорошего, нормальной полноценной еды. А, купила еще кошачью еду. Вот иметь животных в Турции – это очень дорогое удовольствие. Потому что корма стоит где-то в полтора-два раза дороже, чем в России, например. Ну, наверное, маленький спрос. Хотя животных много здесь, многие кормят уличных животных. Не знаю я, почему так. В общем, сплошное расстройство. А, купила еще, знаете что? Кондиционер для волос Pantene. И да, он стоил тоже 16 лир. Вот на все это у меня ушло 45 турецких лир. Значит, чтобы не быть голословной для тех, кто интересуется ценами в Турции, если идти не в БИМ, не в Аюсбир и не в ШОК. Вот я была в Карфуре. Что я купила? Честно говоря, мне ничего особо не было нужно. Вот в глобальном смысле это совершенно ненужные покупки. Бальзам у меня есть. В принципе, сладкое тоже дома есть, но я люблю хороший шоколад, вкусный. Я не уверена, что Милка очень хороший шоколад, но он, по крайней мере, вкусный. Тонюсенькая такая плитка. Значит, купила кошачьей еды. Кошка у меня ест сухой корм, но иногда я ей даю шебу, и шебу она обожает. Другие влажные корма она не ест. Купила персил, больная тема. Уже вам выношу мозг, которое видео про стиральные порошки. Решила взять маленькую бутылочку, и в этот раз попробовать, что из этого выйдет. Какой-то премиум гель, лакшери, дорого-богато, в общем, вроде бы пахнет вкусно, даже, видите, золотой крышечкой. Зачем я это сделала, не знаю. Порошок тоже дома есть. Смотрите, цены. Фокусируемся. Премиум гель 16,90, Милка 6,90, вот это вот мелкая, простите меня, даже не знаю, что, как это назвать. Значит, купила воды попить, маленькую бутылочку лира. Шеба, тавук, шеба с курицей 4,75, итого 2 штуки. И здесь у меня рождается вопрос, Pantene. Значит, Pantene купила крем для волос, как это будет по-русски? Бальзам для волос, в общем, чудо за 3 минуты. Сила и блеск.
Ну да, обычный бальзам для волос. В Биме можно было бы такую бадью купить в 3 раза больше и чуть подешевле, я думаю. Смотрите, здесь у меня рождается вопрос. 17,90 написана цена и написано скидка 7,16. Видимо, 10 лир она стоила. Или цена со скидкой 7,16. В общем, это надо все сложить и посчитать, что мне делать, совершенно лень. В общем, итого 45 лир 4 куруша. Вот такая вот история. Значит, как покупать себе люксовые парфюмы и шмотки, меня жаба не душит. А как вот купить что-то для дома, жабу меня душит. Это вот такие вот мы, женщины, странные и непредсказуемые существа.